Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Ольга. Сегодня я хочу показать вам, какие посылочки я получила с сайта AliExpress. Здесь будут пайетки, бисер, фурнитура премиум качества и подвески. Кому интересно, пожалуйста, оставайтесь со мной. И мы начинаем. Сейчас я вам покажу товары из одного магазина. Здесь будут пайетки и бисер. Я уже заказывала такие пайетки. В лоте идет вот такая баночка. Всего 4 цвета таких пайеток. В прошлый раз я взяла 2 баночки, 2 цвета, и в этот раз еще 2. То есть все 4 цвета теперь у меня есть. Сегодня у меня пайетки голубые и розово-оранжевые. Значит, баночка вот такая. Здесь 110 миллилитров. На страничке у продавца можно взять еще в пакетиках такие пайетки по 25 граммов. То есть здесь 110 миллилитров и пакетики по 25 граммов. Ну и цена, конечно же, за пакетик будет меньше. Это миксы. В них различные пайетки разного размера, разной формы. И также стеклярус, бусины разного цвета. Вот можно высыпать, например, вот голубые. Их тут очень много. Всякие разные пайеточки. Микс такой. Очень, наверное, будет удобно применять. И бусинки, и стеклярус все в одном цвете. Так, ну тут, наверное, и встречается и брак половинчатая, по-моему, вот тут. Ну, в основном пайетки хорошие, бусинки хорошие. Покрытие не облазит. Я уже проверяла, царапала пайеточки эти. В общем, кому понравился такой микс, проходите по ссылкам. Смотрите и приобретайте. Я вам сейчас покажу, какие еще цвета есть. Вот этот вот розово-фиолетовый. Специально открываю, чтобы не так бликовало. Хотя вот этот вот бисер тоже, наверное, бликует. И вот нежно-нежно зелененький. Вот все цвета я взяла. Цена у них достаточно высокая за такую баночку. Я ждала, когда будет скидка. И скидка примерно в половину. Я, по-моему, за 150 рублей брала оба раза. Такая баночка. Пакетик дешевле идет. Кому понравились такие пайетки, смело можете проходить. Мне кажется, хороший, достойный товар. В этом же магазине я приобрела бисер. Так, сейчас я это уберу. Подальше. Вот такой бисер японский. Десяточка. Тоха 11. 10 граммов в этих пакетиках. Можно взять в пакетике или... Ну, в тубе в такой небольшой. Я взяла в пакетике, потому что здесь идет дешевле. Все равно буду пересыпать в свои колбочки. Так, что здесь? Ну, бисер вот такой. Я подписала название. Здесь Green Coffee. Вот его номер. Кому интересно. Ну, он такой зеленоватый. Отдает зелень. Буду откладывать, чтобы не бликовало.
Вот такой вот АБ кофе. Но он какой-то более фиолетовый, что ли. Фиолетовый отдает. И Green Grey. Зеленовато-желтый. Синий. Ну, красивый. Я вот его высыпала. Беру подальше. И на пин надела. Сейчас я вам покажу, какой он. В принципе, он ровненький. Я посмотрела, это Япония написано. Японский бисер. Вот такой. Так, я не вижу, что там четко, не четко. Вот такой бисер. Хороший бисер. Рекомендую. И у этого же продавца я купила вот такой бисер. Было написано, так, как же там было написано, что это чешское стекло, цвет кремовый и три размера. Значит, 2 мм, 3 мм и вот этот вот крупный 3,6 мм. Ну, что-то я его на пины надела. И вижу, что он, в принципе, не очень-то и ровный. Полезла обратно в свой заказ. Короче, невнимательно я посмотрела. Это китайский бисер, не калиброванный. Вот такие вот разные-разные бисерины. Значит, вот это 3,6. Вот они все разные. 3 миллиметра и 2 миллиметра. Вот такие вот. Ну, в общем, невнимательно я почитала. Ну, конечно же, это копеечный бисер. 37 рублей пакетик. Можно было сразу же понять, что что-то тут не то. Ну, конечно, я его использую куда-нибудь фрагментарно. Можно его вставлять. Хотя я почитала сейчас, вот почитала отзывы, пишут, что он там хороший, такой красивый, что там вместо жемчуга его можно использовать. Ну, не знаю. Надо тут постараться его выбирать, чтобы подобрать одинаковые бисерины. Ну, в общем, на 100 рублей 3 пакетика, ладно. Куда-нибудь все равно использую. Так, в этом магазине все. Еще я заказала себе новые коврики. Вот два цвета. Такой вот серенький и желто-кремовый. Красивый, хороший. Сложенные они были пополам. Ну, вот залом есть только посерединке. Я думаю, что он отлежится и будет все нормально для бисера. У меня был один коврик. Я, по-моему, покупала в СВ сразу. Он уже у меня такой грязненький. Вот я не знаю, можно его постирать или нет. Или он потеряет свой вид и свои свойства. Девочки, кто знает, подскажите, можно их стирать или нет. Вот два таких коврика. Так, дальше. Фурнитура премиум качества. Так, это отдельно. Это отдельно. Вот это вот в одном магазине. Ну, здесь расходный материал, который нам всегда нужен. Его здесь немного. Например, вот пины 25 миллиметров. Здесь их всего 20 штук. КС золото. Или 24 карата. Не помню. Посмотрите по ссылкам, девочки. Ну вот для жемчуга, жемчужных ожерелий взяла. Подбираю пока еще материал. Пока еще не делала из жемчуга ничего. Подсобирую, чтобы качественная была фурнитура. Вот это вот кримпы. Кримпы со штырьком. Они достаточно дорогие. Их здесь 20 штук. Тоже 24 карата. Золото. Ну вот, девочки, наверное, вы уже видели. Они не очень дешевые. Но я ими еще тоже не пользовалась. Взяла на пробу.
для жемчужных ожерелий. Здесь идет 20 штучек, 3,3 миллиметра размер у них. Ну и вот тут вот я брала за 275 рублей. Так, колечки. Взяла колечки. Тоже 24 карата. Цвет хороший. Не вырви глаз. Значит, размер 5 миллиметров на 0,8 толщина, я так понимаю, да? И здесь их 170 штук. За 173 рубля я брала их. Тоже с какой-то скидкой, по-моему. Хорошие. Так, дальше. Дальше я взяла вот такие вот проставочные бусинки. Колечко, не колечками, а колесиками. Вот такие вот они. Размер у них 6 миллиметров, 20 штук. Тоже 24 карата. Ну, красивые. Маленькие для проставочки. Подсобираю сейчас вот хорошую фурнитуру. Таких у меня еще не было. И вот здесь я взяла такие вот бейлы. Их здесь 10 штук. Тоже они такие довольно-таки дорогие. 24 карата, 4 на 8 миллиметров. Но они очень маленькие. Что-то 8, так вот я не знаю, есть ли здесь 8-то миллиметров. Мне кажется, они ну, совсем маленькие. Вот такой вот там листочек. Так, где? Вот листочек. Но мне кажется, здесь нет 8 миллиметров. Вот если... Хотя с петелькой, наверное, есть. Да, с петелькой получается. Петелька разъемная. Ну, вот такие малышки. Я почему-то думала, что они будут чуть-чуть покрупнее. Ну, наверное, куда-то буду их использовать. Так, вот с обратной стороны. Вот так. Сейчас я вам еще покажу вот сбоку. Ну, пальчики вот они такие маленькие, миниатюрные. Для маленькой какой-то подвесочки. Вот. Тоже дорогие, за 222 рубля я их брала. Ссылки, девочки, оставлю. Кому понравилось, проходите по ссылочкам, смотрите, покупайте, приобретайте. Так, уберу, чтобы тоже мне это не бликовало. Дальше. Вот такие вот я взяла шапочки. Это в другом магазине. Здесь у меня была только такая покупка. Значит, здесь около 1000 штук этих шапочек. Размер 5 миллиметров. Ну, они не очень дорогие. Простые шапочки. Очень их так много здесь. Вот как они себя поведут, я не знаю. Еще ничего тоже с ними не делала. Будут они менять цвет или нет. Девочки, кто брали, может быть, вы подскажете, меняют они впоследствии цвет свой или нет. Нужно будет их покрывать чем-нибудь. Ну, на первый взгляд, вот хорошо они выглядят. Красивые шапочки. Лаконичные, без всяких вычурностей. Хорошие шапочки. Посмотрим, как будут в носке. Конечно же, когда я... Может быть, надо их, наверное, это намочить. Положить. Посмотреть. 1000 штук в районе 100 рублей. Я смотрела. Сейчас они стоят 101 рубль с копейками. Вот такие. Вот дальше. Подвески. Подвески. Здесь это дорогая фурнитура. Они идут лотом 5 штук. И все они разные. Вот. Это сердечки, подвески с цирконами. Вот, наверное, вот эти вот бейлы можно будет сюда поставить. Они подходят по цвету.
Есть простые бейлы. Можно будет вот эти вот поставить. Циркончики разного цвета. Симпатичные. Мелкие очень. Размер этих сердечек. Так, сколько? 2. Наверное, с петелькой 2,5. Около 2,5. Но очень красивые. Все они разные. Значит, вот здесь разноцветные циркончики. Сейчас покажу вам. Вот этот вот с голубыми циркончиками. Переливаются красиво. Циркончики мелкие, но очень красивые. Тоже брала со скидкой или с купоном, не помню, потому что цена у них, в принципе, хорошая. Достаточно. Так, здесь чисто белые циркончики. Очень хорошо сияют, красивые. Небольшие такие сердечки. Очень даже симпатичные. Так. Еще вот. А, ну это тоже белый. Белые не буду тогда открывать. И разноцветные. Ну, другого немножечко. Розовый, по-моему. Розовый фон цирконов. И разноцветных как-то вот поменьше. Больше розовых. Ну и достану еще белый. Тогда уж для полной картины. То есть попадаются, могут попасться разные. Но очень красивые. Вот такие вот подвесочки. Очень мне понравились. Так, ну и напоследок. Вот такие вот я приобрела. Брошь-кулон. Это чистый перламутр. Тут металл. Вот такие вот женщины в шляпах, в красивом платье. И большая вот такая вот петля для подвески. И булавка. Булавка хорошая. 4 цвета вот таких вот. Девушек я взяла вот чисто белый и вот такой вот серый цвет перламутра. Вот так вот они переливаются красиво. Там были, по-моему, еще что-то сине-зеленый и кремовый. Я выбрала вот такие. И еще там есть другой формы, другого вида. Девушки тоже в шляпах, тоже в платьях, но по-другому они там, другая поза у них. Вот. Вот это вот, этот перламутр довольно-таки такой толстенький, а вот здесь на шляпе, вот тут вот тонкий. Я думаю, что вот надо аккуратно с ним, может он отломиться, вот эта вот часть очень тонкая. Ну а так... Очень хорошие, красивые. Вот на пробу взяла. Мне они нравятся. Для подвески. Ну вот и все, девочки, на сегодня, что я хотела вам показать. Кому какой товар понравился, проходите по ссылочкам, приобретайте. Желаю вам хороших покупок. Радуйтесь тому, чего, что вы купили, если вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Будут еще распаковки. Еще будем шить, вышивать, делать украшения вместе. Так что жду вас на моем канале. Всего вам доброго. До свидания.